Чтобы летом проводить больше времени на свежем воздухе, Диана вместе с кошкой Бонни сегодня заглянула в ветеринарную аптеку подобрать шлейку по размеру. Девушка часто гость здесь, и вот сегодня решила заодно проконсультироваться со специалистом по коррекции питания. Чаще, скорее, это за кормом, за лакомствами, потому что, ну, как не порадовать своего любимца, правильно? Правильно. Ветеринарные губернские аптеки – это не просто торговые точки, будь это просторная аптека или небольшой отдел в спальном районе. Здесь учитываются потребности самых разных домашних животных. А если у хозяина появились вопросы по уходу за питомцем, опасения по поводу здоровья или подбора правильного питания, то в ветеринарных аптеках всегда можно рассчитывать на профессиональную консультацию. Конечно же, важно кормить по норме. А на каждой упаковочке есть определенная норма по весу. Подбираете граммовку в сутки и кормите только по норме. Для крупной собаки? Да? Для крупной, да. Белочка такая. Любимых животных хозяева балуют не меньше детей. В такие игрушки заиграется даже взрослый. Тактильные варианты, грызунки, мячики, одежда повседневная для выхода в свет, обувь и всевозможные аксессуары. В губернской аптеке можно и нужно приходить с животными. Продукцию здесь подберут индивидуально именно для вашего питомца. Если вдруг чего-то нет в наличии, закажут и привезут. Здесь найдут для себя что-то интересное, как владельцы кошек, собак, так и аквариумисты, и любители птиц. Все лето во всех наших ветеринарных аптеках действуют скидки до 50% на различные категории товаров. Ищите желтые ценники. Уже сейчас ветеринарные губернские аптеки есть во всех районах города, и сеть продолжает расти. Выбирайте любимую губернскую аптеку на левом или правом берегу и участвуйте в конкурсе. Оставить голос можно на сайте trk7.ru до 5 июля включительно.